Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу! Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на чем. Ты там поосторожней. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа.
Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, генерал-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Проскочили.
После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть. Аж сними его, Артём! Дрезина! Закрывай ворота! Начинается. Надо убираться. Thank you.
После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Черт, ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Что за хрень? Спокойно, без паники. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Дьявол, черт, проклятие! Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощад никто не жает. Thank you.
Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка.
Уходи! Отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя! Тебе больно! Он не просыпается! Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напасть. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Есть патрончики в шкафу. Вот в этом. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Сзади подползает!
Юй, смотри! Там дырка! Тут нельзя гранаты кидать! Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Вон дома! Провод. И дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Наверху. Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел.
Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Если бы он потерял сына... Я ему помогал монстров убивать. Его бы это убило. И нас всех заодно. Мам, спасибо. Я небо видел. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Не вам не, нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ладно, пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Не знаю. Что делать? Что делать? Не плачь, Сашенька. Не плачь. Что за что? Баба, нет человека и нет проблемы. Ну и ладно. Пули, спецпредложение, пули, скидки, пули. Лучшие пушки от лучших мастеров.
Проходите. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис.